Мои любимые зрители, всем привет! Я вас всех категорически приветствую. Вы на канале Zeldant. Меня зовут Игорь. И сегодня у нас в гостях на обзоре энергетик под названием Apache Warrior. Вкус Energy Origin. Не будем терять времени и приятного вам просмотра. Сразу же режет слух название Apache. Это вертолет американский, который они там называют. Машина для убийств. Ну, конечно, он не сравнится с нашими там К-50, К-52, Ми-28. Это просто вот небо и земля, на самом деле. Наши вертолеты намного круче, боеспособнее и просто лапочки по сравнению с этим Apache. Не будем углубляться в тему авиации и вертолетостроения. Это нет. У нас энергетики вообще, в конце концов. У меня канал про энергетики, ё-моё. Итак, Apache Warrior. У меня уже был обзор на этот энергетик. Там был вроде тропический вкус. И по великой случайности захожу на Wildberries. Натыкаюсь на Apache, и там было два вкуса, оказывается, у них тропический и вот этот, который наконец-таки до меня дошел, я его принял. Ну, разумеется, там, получается, от 4 банок только можно купить, то есть нельзя было одну штучку взять, надо было брать, как бы так сказать, мелкий опт, 4 баночки. Что сказать по дизайну? Ну, дизайн, вы видите, что-то напоминает индийскую тематику, индейцы также делали вот такие всякие перышки, рисовали узорчики. По составу вода, ароматизатор, регулятор кислотности, подсластители, таурин, кофеин. Ну, обычный банальный состав. Ничего интересного, никаких соков, никаких там экстрактов. Гуараны. Кстати, гуарана где? Гуаран — это вообще замечательная вещь на самом деле. Жалко, что ее здесь нет. Ну ладно, ладно. В Смоленской области производят город Вязьма. Угу. У них даже свой сайт есть, надо будет чекнуть, скорее всего. Ну, это если мне желание будет. Надо, надо. Объем 0,45. Итак. Да господи. Ой-ой-ой-ой-ой. В простонародье можно назвать его как моча, да, по цвету. Ну, я скажу так, профессионально более цвет биологического образца, который сдают на анализы. Ну, что я могу сказать? Холодненький он, неплохой. Чем-то куда рука потянулась? Что это такое? Женечка. Так не делается. Знаете, он чем-то напоминает какой-то энергетик без сахара. Запах как флэш, кислит. На запах он как флэш. Но как кислит, как флэш, а потом какой-то странный вкус. Ты начинаешь, да, его пробовать, и ты понимаешь, что это что-то необычное. Ни с чем не сравнимое. Ты и приятно. Знаешь, как конфетка, к примеру, снаружи кислая, а внутри сладкая. Типа. Ну, возможно, но она. Не знаю, вот. Фу, не за что. Какая-то смесь энергетика без сахара и обычного энергетика. Да, так же. Так, флеш смешно. Что я сказал до этого? То, что он неплохой, беру свои слова обратно. Неплохой. Apache Warrior Origin. Вообще отвратительный на вкус. Не посоветовал бы еще раз брать. Вот тот Apache предыдущий вкус, он еще более-менее как-то был приятный, там тропический миг какой-то был. Хотя я его тоже раскритиковал очень сильно и сказал, что его лучше не брать. Вот этот категорически не советую, мне абсолютно не нравится. Ой, жвачечку напоминает какую-то, но вкус вообще, ну просто отвратительно. Мне не нравится, ребят. Как будто взяли состав вообще просто пить невозможно его на самом деле. Я даже допивать его не буду. Вот сейчас еще один глоток и все. Вот, блин. Вернулся на YouTube. Ну, как сказать, вернулся. Возобновил съемки и сразу же напоролся на такой вот энергос, который меня не особо так и порадовал. Ну, на то я и обзорщик, чтобы обозревать новые вкусы, узнавать, пробовать. Ведь
не попробуешь, не узнаешь. Так вот, Apache Warrior категорически не рекомендую к употреблению, потому что на вкус он вообще никакой, прозрачный вкус. Вы тут ничего не почувствуете, ни кислинки, как флеша, ни сладости, как, не знаю, монстр оригинальный. Он такой сладющий монстр оригинальный, вы не представляете. Я боюсь даже предположить, кому он понравится. То есть ценители энергетиков вряд ли его будут расхваливать. Да, конечно, может, кому-то он и понравится на вкус, но, ребят, ну это вообще не то. Это не то, чего я ожидал. Это был обзор на энергетику Apache Warrior. Выбирайте нормальные вкусные энергетики. С вами был Игорь. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.